молодая супруга. Евгения Петросяна подготовила новогодний подарок для своих подписчиков, впервые показав лицо сына. А от 78-летнего юмориста крупным планом поклонники Татьяны заметили, что маленький Ваган как две капли похож на своего звездного отца. Прекрасная семья, все улыбаются. Разве не в этом счастье? Ваганчик – вылитый отец, такой маленький, а уже с монобровью. Истинный армянин. А по-моему, ребенок на маму похож. Сразу видно, что Евгений счастлив. В новых отношениях он сияет рядом с молодой Таней. Какая красивая семья. И чему все так умиляются? Это Брахунова ему во внучке годится, пишут под снимками Петросяна с женой и маленьким сыном. А что скажете вы?